Здравствуйте, дорогие друзья! Я Юлия Алексеева, профессиональный коуч и участник комитета по организации визита Тимоти Голуби в Россию. Мы продолжаем цикл наших интервью, который посвящен этому приезду. И сегодня мне очень приятно представить нашего замечательного гостя. Вместе с нами сегодня Юлия Чухно. Я думаю, многие из вас ее знают. Но в любом случае, я бы хотела ее также представить. Это профессиональный сертифицированный коуч ICF, руководитель проектов партнерства бизнес-коуч Чухно и партнеры. Юлия является руководителем проекта «Новатеры коуч тренинг and corporate development». Также она ассоциированный коуч Центра креативного лидерства Wings и Management Futures. Юля, привет! Привет, Юля! День добрый всем, кто нас слушает! Спасибо, что ты согласилась быть сегодня с нами. Очень приятно тебя видеть. И хотелось бы в рамках нашего короткого интервью сразу спросить у тебя, а когда состоялось твое первое знакомство с Тимоти Голуби? Ну, я думаю, что для многих знакомство с Тимоти Голуби, так же, как для меня, было сначала заочным через книги, а потом уже тем, кому повезло, а мне повезло, оно было очно. Вот, собственно, через книги он пришел ко мне тогда, когда я начала заниматься коучингом профессионально. Это был 2005 год, и, собственно, «Внутренняя игра». Первая книга, которая меня так очень сильно зацепила, это была книга Майлза Дауни, где он, собственно, ссылался на «Внутреннюю игру», и дальше я уже начала исследовать эту тему глубже и читала книгу, вышедшую чуть позже, «Работа как внутренняя игра», и на английском читала «Inner Game of Tennis». Ее тогда еще не перевели на русский, была даже мысль перевести ее, вот, потому что понятно было, что очень глубокие вещи в этой теме сокрыты. Да, действительно, здорово, что есть такое очное знакомство, небольшое очное знакомство с Тимоти Голуби. Всегда так здорово прикоснуться немножко к первоисточнику. И знаю, для меня это было особенно таким интересным моментом, потому что это был 2011 год, и был семинар, который проводили совместно Джон Уитмор и Тимоти Голуби. Mm-hmm. И вот я даже могу сейчас поделиться на экране, показать фотографию, которая для меня очень трепетная. Uh-huh. Вот, двумя метрами коучинга, и здесь я действительно сияющая, для меня такая одна из ресурсных фотографий, которые я для себя храню, и она для меня действительно очень много значит. Юля, спасибо большое, что ты поделилась этой фотографией, я думаю, действительно интересно было. Кто не знает Тимоти Голуби в лицо, вот он был с правой стороны. Как раз от Юли. Да. Скажи, пожалуйста, а вот после вот этой встречи поменялось ли что-то в твоей работе как коуча? Или если задать этот вопрос по-другому, как владение методами Тимоти Голуби может усилить работу коуча? Ну, для меня к тому моменту я уже книги его проштудировала вдоль и поперек, поэтому мне было интересно не столько вот метод, да, сколько состояние его. Коучинг — это работа, для меня это работа состоянием прежде всего, потому что интеллектуальные вещи, они идут вслед за состоянием. И вот как раз этот практикум, семинар, он был для меня очень интересен тем, что можно было почувствовать, понаблюдать и посмотреть именно в действии вот то отношение, то с каким внутренним подходом он ведет программу, с каким внутренним подходом он взаимодействует с участниками. Вот я скорее смотрела на это и считывала, и телом списывала это. Mm-hmm. И в этом было очень много для меня спокойствия, очень много было юмора, и вот то, что я очень ценю в его концепции, это история с управлением вниманием. Uh-huh. Я считаю, что это ключевое в методологии, если говорить о методологии, подходе. Uh-huh. В основном обращать внимание на концепцию первого-второго «я». Uh-huh. Вот. Я
в тот момент, когда с Тимати встретилась, я его пытала на тему третьего «я», про которое в каждой книжке написано по паре страниц в конце. Он так уклончиво на эту тему отвечал, потому что эта тема более глубокая, серьезная, философская. Мне было интересно именно это. Интересно, Юля. И вот ты говорила про фокус. Можно ли назвать фокус какой-то особенностью технологии внутренней игры по Голуби? Или ты можешь что-то еще здесь назвать? Например? Я бы сказала, что фокус — это ключевая история. И, на мой взгляд, вот в чем он гениален, в том, что он показал, как просто выявлять этот фокус внимания и, собственно, рычаги к быстрому развитию, к быстрому росту, они находятся в том, чтобы понимать для каждой конкретной сферы, через какой фокус внимания мы можем идти. Вот следование за интересом, это как раз его такая фишка, штучка, и она абсолютно безоценочна, она убирает оценочность самого коуча. Он просто идет за интересом клиента, доверяя клиенту в его пути. И клиент таким образом учится легче, быстрее достигать. И гениальность его в том, что наблюдать за одним параметром. Ведь ловушка развития, она заключается в том, что хочется сразу все, да, дайте мне таблетки от жадности и побольше. Вот он как раз переворачивает эту историю. И за счет малых шагов наблюдения за фокусом внимания достигается вот тот самый удивительный эффект. Но для этого нужно внутреннее разрешение самому коучу позволить себе не торопиться, не пытаться сразу объять необъятное, а вот просто пойти за тем, где есть энергия. Позволить не торопиться, позволить объять необъятное — это такие золотые слова, и пойти за энергией, да, с легкостью и удовольствием получить результат. Да, и очень здорово, спасибо тебе за это. Что бы еще, как ты думаешь, можно порекомендовать тем людям, которые не знакомы с методикой Голуби, и, может быть, тем, кто собирается, кто раздумывает посетить либо не посетить вот тот вебинар, тот практический семинар, который планируется в ноябре? Ну, во-первых, посетить. Потому что, ну, вот, знаете, если проводить параллель, все сбегали на Тони Робинса, да, вот Тони Робинс — это энергия такая типичная, я бы сказала. Типичная для бизнеса, хочется вот так вот бодро. Вот в Тимоти Голуби это энергия мудрости. А там, где без спешки, но очень быстро. Там, где без суеты и очень точно. И вот этому поучиться, мне кажется, что мастера... Они могут давать техники, они могут давать приемы, но дело не в техниках и приемах. Дело в том качестве внимания, которое они предоставляют аудитории, и в том уровне их собственных, ну, извините за эзотерику, да, но вот есть определенные вибрации, которые мы ощущаем. Да? У нас либо с человеком резонируют, либо не резонируют. И есть люди, которые резонируют так, что потом раскрываются крылья, и ты понимаешь, вау, да. И вот это не инъекция одноминутная, да, а вот та энергия, которой делится как раз Тимати, это энергия долгосрочная. Это как получить огромный резервуар, огромный аккумулятор, в котором и одновременно трансформатор, в котором перерабатывается шелуха и суета мира, перерабатывается в очень мощный внутренний источник энергии. Вот сходить, да. Юля, какая шикарная метафора. Попробуйте смотреть записи, но записи все-таки это немножечко не то. Есть смысл соприкасаться. Это наши современники, которые оставляют след. Очень многие в мире коучинга являются репликами, повторами. Да, люди домысливают, достраивают, и мы точно так же достраиваем то, что привнес Тимати, в частности, да, и вот то, что Джон Уитмор привнес, они метры, они живая история. Но увидеть, как они развиваются, и увидеть, что то, что было написано, это малая толика. Они растут, и они растут очень быстро.
Вот мне интересна следующая встреча с Тимати, увидеть, куда он вырос, где вот та дельта, прирост, потому что мне кажется, что это очень фантастический прирост в глубину. Юля, спасибо тебе большое, спасибо тебе за метафору трансформатора. Дорогие слушатели, мы приглашаем вас в Москву посетить семинар Тимати Голви. Приходите и пожмите руку своему настоящему я. Спасибо, Юля. Спасибо, Юля. Для меня большая радость быть с вами и, надеюсь, до встречи с Тимати Голви и со всеми вами. Спасибо, Юля, большое. Всего доброго. Удачи, всего хорошего.